Добрый вечер. Вот у меня уже вечер. Солнышко вон уже на закат идет. Так, а время у нас 8 час вечера. Вот сегодня я до обеда сделала такую процедуру на дереве, на яблоньке. Я обмотала, значит, покупала специальную ленту в магазине «Садовод» для обвития ствола. И вот эту, значит, ленту я обмотала, намазала сначала дегтем, пропитала деготь березовый, и потом намотала на деревья. Потому что муравьев куча, а муравьи, сами знаете, таскают тлю. А тля, естественно, поедает все, что есть растительное. И вот время вечер, и вот такая картина, значит. Они идут, если вот видно, которые наверху остались, они так доходят до сюда и разворачиваются. Те, которые снизу идут, они тоже разворачиваются и дальше не идут этой повязки. Вот если понаблюдаете, видите, как происходит. Туда-сюда. Здесь вообще тишина. Вот на стволике, там солнышко цветет. Вообще, вот единичка бежит и все. А раньше, когда я делала, вот они поверху ходят и по низу. Верхние не могут вниз спуститься, нижние не могут вверх пробраться. Ну вот посмотрим, что будет завтра. Но пока вот такая картина. Вот смотрите, они доходят и разворачиваются. Дёготь их не пропускает. А они идут упорно, прям толпой идут. А сверху только вот единички, которые остались. Вот так сделаю. Вот они ходят тоже туда и обратно. Вот он дойдет, вроде как уже заходит на деготь. И не идет, по тряпочке вообще не ходят. Вот. Вот такие дела. Так что этот способ работает, когда дегтем намажете ленту. Ну, можно не ленту специально покупать, если где-то там не можете купить, то это уж не так обязательно. Можно просто бинтиком обмотать и потом смочить аккуратненько. Ну, конечно, у меня все руки в дегте, хоть я работала в перчатках, но они почему-то порвались. Вот. И у меня сейчас руки, конечно, пахнут нелицеприятно. Но ничего, все это временно выветрится. Так что вот таким методом я хотела с вами поделиться. Можете его смело использовать, работает 100%. Вот. Так что, ну все, всем всего пока-пока. До встречи, до новых.